Меня часто спрашивают, зачем тебе это старое ведро? Купи что-нибудь посвежее. Или тебе не хватило денег на BMW, вот ты и купил старого японца. А что мы можем позволить себе до миллиона? Гранта? Или какой-либо китаец, который через 100 тысяч километров рассыпается, от езды на котором становится плохо? Нет, спасибо. Я лучше буду ездить на старом японском ведре, которое собирали инженеры, а не маркетологи, и сохраню его для своих внуков.